Всем здравствуйте, с вами Счастливая Улитка. Сегодня новый урок вязания спицами. Очень простой и достаточно красивый рисунок. Набираю петли, кратные 2, то есть четное количество. Ну, плюс 2 кромочные, опять же, дают четное количество, кратное 2. Состоит из 4 рядов. Первый ряд, первую кромочную, как всегда, снимаем и весь ряд провязываю лицевыми. Последнюю кромочную в ряду провязываю изнаночной. Второй ряд. Первую кромочную, как всегда, снимаю. Весь ряд провязываю изнаночными. Последнюю кромочную также провязываю изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную, как всегда, снимаю. Пропускаю 2 петли и вытягиваю петлю. А далее эти 2 петли, которые пропустила, провязываю их лицевыми. Раппорт узора, я его повторяю. Пропускаю 2 петли, вытягиваю петлю. Теперь эти 2 петли, которые я пропустила, провязываю лицевыми. Так вяжу весь ряд. Последнюю кромочную, как всегда, провязываю изнаночной. Четвертый ряд. Первую кромочную, как всегда, снимаю, а далее вяжу. Одна изнаночная и 2 петли вместе изнаночной. Опять одна изнаночная, 2 петли вместе изнаночной. Это раппорт узора, и так я вяжу до конца ряда. Последнюю кромочную, как всегда, провязываю изнаночной. Узор готов. Простой и достаточно красивый. Это было все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.